Можно ли выделить долю детям в квартире при использовании материнского капитала по программе «Молодая семья» без услуг нотариуса? Как правильно составить документ на выделение доли, если имущество находится в собственности супруги? Здравствуйте, вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Давайте к теме. Если коротко и правильно ответить на такой вопрос, то да. Теперь выделить доли детям можно без обращения к нотариусу. Раньше для согласования с ПФР надо было предоставлять нотариально заверенные обязательства. Теперь вместо этого достаточно просто указать в заявлении ПФР, что держатель сертификата обязуется выделить доли детям. Что касается того, как правильно выделить доли, то потребуется грамотно оформить простое письменное соглашение. Данный документ теперь также не требует нотариального заверения при условии, что соблюдены все условия закона. Такие требования закона следующие. Первое. У супругов нет разногласий относительно размера долей и иных условий соглашения. Второе. Доли выделяются на всех детей. Третье. Соглашение составлено в письменной форме. Четвертое. Квартира находится в личной собственности одного из супругов, либо в общей совместной собственности супругов, без выделения долей. Но в некоторых случаях придется привлекать нотариуса. К таким случаям относятся следующие ситуации. Первое. Договор купли-продажи недвижимости с использованием маткапитала изначально предусматривает оформление объекта на всех членов семьи. Второе. Недвижимость приобретена как долевая собственность. Третье. Только один из супругов выделяет доли детям и своей доли. Четвертое. Раздел недвижимости, находящийся в совместной собственности при разводе супругов. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь, до новых встреч!